Так, а теперь все, полноценная история. Дело было несколько лет назад, я занималась спешим туризмом в Крыму. И так получилось, что во время экскурсии у нас сформировалась прям такая большая бригада. Ну, в смысле, мы были командой, которая ездила, договаривалась и ездила по разным достопримечательностям. И у нас был самопровозглашенный лидер, его звали Владимир. Так часто бывает с лидерами. И Владимир, это был такой молодой пенсионер, он прошел Афган, очень активный, прям мега активный, вот такой пенсионер, на которого смотришь и понимаешь, что за пенсионерами реально будущее. И будущее России. И Владимир решил, что мы едем в монастырь Инкерман. Ну, Владимир решил, мы, естественно, поехали. Это очень красивый монастырь, если кто-то не был, рекомендую, это около Севастополя. Короче, в скалах он был там вырублен, это очень крутое место, и мы там бродили, было все замечательно. Оказывается, в этом монастыре есть какая-то очень древняя икона, она очень важна для православия, и Владимир решил, что мы будем ее целовать, прикладываться к ней. Поэтому он взял за шкирку и нас всех поставил в очередь. И вот стою я в очереди, а у меня есть такой принцип: я никогда не целуюсь на первом свидании с иконами, потому что я не крещеная, просто вот такая у меня отмазка. И вот стою я на это все смотрю и думаю, как бы мне оттуда срулить, чтобы не обидеть весь православный люд и конкретно Владимира. Вот стою я, думаю, а тут я вижу, как девушка передо мной, тоже из нашей бригады, Карина, переживает. Что-то ходит туда-сюда, нервничает. И думаю, ну, явно, бесы выходят. И тут она ко мне оборачивается и говорит: я не хочу целовать икону. Я говорю: слушай, а что так не хочешь-то? Давай целовать. На самом деле, я сама, естественно, не хочу. И она говорит: понимаешь, есть одна проблема. Дело в том, что я говорю, мусульманка? Она: ага. Я говорю: слушай, ну давай, надо проблему решать, давай подойдем к Владимиру и как-то намекнем. Ну, говорю, ну, она говорит: как? Я говорю: ну, скажи ему, что эта икона мешает тебе спокойно смотреть в сторону Мекки. Я говорю: намек понятный, он поймет. Короче, она подошла, сказала, он говорит: ничего страшного, приложишься к иконе, посмотришь. Снова стоим, то есть он нас вернул обратно, мы снова стоим в очереди. И я понимаю, что все, мне уже нужно ее целовать, а я не умею, я не проходила этот курс по целованию икон. И тут думаю, надо что-то делать. И просто в самый последний момент, когда уже все нужно было прикладываться, о чем-то просить икону, мы вдвоем с ней просто выбежали. Мы сбежали с позором, потом, естественно, Владимир нас нашел, объяснил, что мы не правы. И что я хотела всем этим сказать, что Владимиры очень любят крещеную Русь. Вот, все, у меня все, большое спасибо, я очень рада, что... Я хотела наговорить разных хороших вещей, но не буду, отбивка. Все, спасибо всем. Looking for